Павел Фрунзе играл, становляется на костре площадки. Выиграно вбрасывание французским форвардом. Черепанов направо. И покатили вперед. Снова до Коста. Вошел в зону, развернулся. Тут уже сам может завершить передачу Денисенко. И шайба в воротах. Правда, я обратил внимание на главного арбитра, который сначала руки в стороны развел. Да вроде бы нет причин для отмены этого гола. 1-1. Ну и как здорово в этой ситуации сыграл Да Коста. Зашел шайбу из зоны соперника. И затем он сумел отдать передачу на Денисенко. Денисенко лишь оставалось попасть уже с мер ворот. Смотрим еще раз повтор этого момента. Вот здесь вот не успел на Денисенко переключиться защитник минчан. Но Эмрот тоже оказался практически отыгран в этой ситуации. Хотя Эмрот перемещался и пытался заблокировать бросок Денисенко. Но само завершение было тоже на высоком уровне. Григорий Денисенко, его статистика появляется на ваших экранах. Четвертая шайба и седьмое набранное очко.